Тренировки проходили на южном склоне хребта Аибга на высоте 2000 метров. Специально был выбран участок с плотным снежным покровом. В снегу на глубине 1,5 метра находились условно пострадавшие. Норматив, за который собака должна обнаружить людей, 20 минут. На практике справились с этой задачей в 2 раза быстрее. Для некоторых кинологических расчетов это был первый опыт лавинного поиска. Задача собаки – обозначить голосом, что она нашла пострадавшего. Работа в условиях снежных завалов непривычна для собак, поэтому им требуется время, чтобы понять. Здесь они должны вести поиск человека так же, как и, например, в техногенных условиях. Для этого и проводятся тренировки на различных формах рельефа, подчеркивают кинологи.